Представься, пожалуйста. А что вам Глеб Львович? Гражданином какой страны вы являетесь? Украины. Официально гражданином какой страны вы являетесь? Украины. А цель пребывания ваша в Украине? Получаю паспорт. Но я являюсь гражданином Украины. Вступление в наследство. На данный момент вы являетесь гражданином Украины. России, но получили... Я являюсь гражданином Украины. На момент развала Советского Союза я проживал, был прописан здесь, ну, как Красноармейск называлось. Вы паспорт гражданина Российской Федерации получали? Получал. А паспорт гражданина Российской Федерации где у вас сейчас находится? Нету с собой. Я поэтому выходил. Я вас... Получен в посольстве. Я понял. Являетесь ли вы вором в законе? Это что такое? Ну, вопрос просто такой. Да, нет, все. Я тут вопросы не понимаю. Вопросы, которые не понимаю, я на них не отвечать не буду. Я вам сказал, кто я, что я. Фамилию, данные назвал, по документам сказал, все. На другие вопросы отвечать я вам не хочу. В криминальном мире вы являетесь вором в законе или нет? Никакие вопросы больше читать не буду.